Теперь у нас будет рыцарь. Причем это очень грустный рыцарь. Он называется «Рыцарь печального образа». Баллада рыцаря очень печального образа. Игорь Михайлович. Надену я новые латы, и панцирь надежный вполне. По улочкам этим горбатым промчусь на горячем коне. С копьем из волшебного древа мне нынче должно повезти. Но где та прекрасная дева, которую надо спасти? Ее, как листок из альбома, дракон, негодяй и злодей унес из родимого дома в мозолистой лапе своей. Не буду божиться и кляться, но душу поставлю на кон. Я рыцарь, не ли бояться какого-то там тунеядца и бабника, будь он дракон. Вот замок старинный и страшный, таких не видал я еще. И черная надпись на башне: рыцарь в въезд воспрещен. Направо гляжу и налево, все тихо вокруг, ни души. Ну где ж эта чертова дева? Вдруг слышу голос в тиши. За этой проклятой стеною не вижу ни ночи, ни дня. Ах, стану я вашей женою, как только спасете меня. Ах, рыцарь, внемлите же стоном, как ваши законы гласят. Я в мерзких объятиях дракона томлюсь уже лет 50. Ого! Ее благородного гнева мне близок был искренне тон. Но спасал я прекрасную деву. А где же здесь дева? Пардон. И я говорю осторожно, мог бы безусловно правы. Возможно, я рыцарь, возможно, но все ж не настолько, увы. Нам, рыцарям, вредно жениться, хватает копья да коня. Но спрыгнув с высокой бойницы, она оседлала меня. И все, больше некуда скрыться, осталось твердить себя вслух. Ты рыцарь, ты рыцарь, ты рыцарь. Какой же ты рыцарь, лопух? Ржавеют ненужные латы, обломки копья за спиной. По улочкам этим горбатым со старой я еду женой. Все было прекрасно в начале, но грустен финал, господа. Я рыцарь, мой образ печален, и это, боюсь, навсегда. Уж лучше бы с мельницей драться, чем пальцем крутить у виска. Вот так и закончил я вкратце по-рыцарски честный рассказ. И радости, и огорчений хватает в родивом краю. Но ты не ищи приключений, но ты не ищи приключений, но ты не ищи приключений на бедную шею свою.